Привіт, найкрутіша група в Україні. Ми дуже раді бачити з колегою вас у Львові, в стародавньому місті. Отже, як розпочалася ваша кар'єра? Буквально пару слів, Альона Тамерлан. Як почалася наша кар'єра? Почалася кар'єра з першого моєго дійства. Я написав просто Альоні в одній з соціальних сетей, яка, кстати, я не знаю, существует вона до сих пор или нет. Не будемо оголошувати. Да, не будемо говорити. Вот. І написав о возможности встречи, да, там какого-то совместного какого-то сотрудничества. Да, да, да. Вот. И как-то так мы встретились. Следующая наша была встреча на студии. Мы записали одну песенку, потом вторую. Ты побачив не талант, чи закохався? Нет, у нас был однозначно чисто служебный отношения. Да, мы были... Чуть ли не сказал служебный роман. У нас вот как раз было табу касательно служебных романов, потому что мы оба были приверженцы того, что роман на работе – это мешает работе. Ну, как говорится, не зарекайся, вот, и спустя полтора года, я думаю, где-то так, да? Я да, постоянно путаюсь в сроках, но где-то было полтора года. Давай возьмем что-то среднее. Да, мы как бы у нас... Как сказать, перезагрузили, возможно, свое какое-то видение и отношение друг к другу, и получилось у нас... Получилось, что получилось. Маємо, що маємо. До речі, а таке питаннячко, що легше було? Бізнес-партнерство до сім'ї чи бізнес-партнерство і сімейний бізнес разом? Після одруження? На самом-то деле, наверное, до сім'ї было все равно интересно, потому что всегда между нами была какая-то интрига, потому что появлялась симпатия. В любом случае, ты все время находишься с парнем, да, как бы две разные энергии, и еще вместе пишем песни. Там, бывает, встречались там у него, например, дома, там писали песню, надо было дописать. Там, я там помню, уходила там в 3 часа ночи. Ну, как бы реально просто, я помню, как мы еще писали «Хочу с тобой». Потом мы писали вместе «Crazy любовь», все песни о любви. Тут але вже Тамерлан говорив, що йому ще рано, але все-таки одружився і все-таки появилась дитина. Да-да-да, в песню он об этом пел. Ну, на самом деле, в семье это интереснее, потому что это типа уже... как отмазка, да? Ну, понятно. Ну, это же надо же было чуть-чуть повыпендриваться. Ты же знаешь, да. А каким своим китом вы пишаетесь? Мы его еще не написали. Все ще попереду. Воно ще впереді, так. Да. Ви такі ободвоє харизматичні людини. Ви один одного не ревнуєте до своїх прихильників? Буває таке? Раніше було таке. Раніше я дуже ревнувала, тому що на Тамерлана просто нападали дівчатки там на вокзалах, в аеропортах. Да. Вони просто прыгали на нього, пытались поцілувати. Після цього я на нього дуже довго дулася і біжалась. А потім... На тебе почали нападати хлопці? А потім я поняла, что не надо тут тренировать, нужно как бы нормально себя правильно вести и позиционировать, любить себя. Вот. И как-то так это все само собой. То есть сейчас наши поклонники и слушатели, все-таки тогда мы были помладше. В следующем году уже нашему дуэту будет, нашей группе 10 лет уже будет, девочки. Я вспоминаю еще какие-то первые шаги, и тогда вот эти были еще малолетки, парней красивых на сцене мало тогда было, вспомните. Так, в те времена, сейчас были больше тяжелые мальчиков. Времена, конечно. Тем более рэперов и хип-хоп-исполнителей. Вот, поэтому сейчас уже как-то все на свои места. Хотя есть еще люди, девушки и парни, которые не знают до сих пор, что мы пара. Есть такие. Я уже не говорю о ребенке. А другу дитину не плануєте? Плануємо, звичайно, в майбутньому, я думаю, все буде. Ну, надо успевать поддерживать свою фигуру, выступать, работать. Но я думаю, все успеется. Скажите, а что або кто вас надыхает? Ой, на творчество? Вообще нас вдохновляют другие большие, великие музыканты. На кого равняетесь? Западное направление. Конечно же, Бейонс для меня на сегодняшний день – это реальная дива, да? Это Риана. Мы уже смотрим немножко даже по-другому. Мы смотрим уже, как менеджмент занимается данным артистом, как, насколько сильная команда у этого артиста, потому что от команды зависит очень многое. Я так серьезно сказала.
wanna leave my own life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, I was seed in the fire. Take a number, I was lightning before the thunder. Зараз дуже конкурентний ринок творчості співаків. В чому ваша фішка, як ви думаєте? Я думаю, що зараз, кстати, ну, много конкурентів, дійсно, просто много молодих артистів, крутих, да, які роблять круту музику. В частності, кстати, з Західної України теж дуже багато молодих півців з'явилось. Но наша фішка, я от, ну, наша музика, вона виділяється, я не знаю, як це об'яснити. Я сама, допустим, мне сложно объективно смотреть со стороны. Мы даже вот только что видели на канале, на музыкальном канале наш новый трек «Если что, набирай». И Тамерлан говорит, вот, это лирик-видео, оно такое, там, такое-то, такое-то. Я говорю, я не могу уже объективно смотреть со стороны. Я, может быть, наша фишка в том, что мы вместе. Может быть, наша фишка в том, что мы называемся R&B-проект. Может быть, наша фишка в том, что мы семья. Я не знаю. А в одному из ваших интервью, до речи, питання до тебе пише, что Оленка стерва. Як ти ладаєш з такою складною жінкою? Не, ну, как говорится, разные бывают ситуации, разные бывают... эмоциональное состояние, вот это нормально, вот, и, тем более, когда ты вместе проводишь практически все время, 24/7, ты вместе с этим человеком переживаешь как какие-то моменты радости, так и моменты какого-то гнева, вот, и это нормально. У вас бывает депрессия? Ну, депрессия – это слишком глубокое состояние, да, бывает плохое настроение, бывает длительное плохое настроение, но главное не замыкаться, да, в себе, нужно встречаться с разными людьми, все равно стараться вылазить из вот этого состояния и выходить в свет, не знаю, ходить в ресторан, встречаться с подругами, общаться, и тогда все как-то уходит само собой. До речи, а вы постоянно разом, вы один одному не надоедаете? Бувають такі моменти? І, звісно ж, надоїдаємо. Що робите? Як виходите з ситуації? Ну, намагаємося як-то друг від друга уїхати, збавитися друг від друга. Не видеться, або там займатися якимись своїми ділами. На самом деле, зараз у мене достатньо багато діл. Я зайнялась теж своїм там саморозвитком, там я вчу язик, більше, будемо говорити так, как бы доучиваю, да? Там, стала ходити на танці більше. Плюс там тренажерный зал, то есть куча-куча на самом-то деле времени у меня есть, вернее, нет времени сидеть вместе там с Тамерланом, и у Тамерлана есть свои дела. Плануете найближчим часом концерт? Якщо та, то поделитесь секретом, де? Мы готовим на самом-то деле очень новое, наверное, на данный момент очень самое крутое в нашей жизни шоу, 31 мая в Киеве, так что мы всех, пользуясь возможностью, приглашаем. В концерт-холле «Билетаж». Мы делаем, разрабатываем сейчас шоу с известным режиссером Василием Козырем. Это тот, кто ставит «Танцы зеркамы» и очень много остальных крутых проектов. Будет очень много фишек, очень будет много креатива, будет очень по-настоящему шоу. Всех львовяночек
и крутых львовских пацанов. Мы приглашаем. Я знаю, что люди во Львове очень легкие на подъем. Они любят так, красиво отдыхать. Львовская трасса идеальная. Да, Львовская трасса. Львовская трасса идеальная. Львовская трасса идеальная. Это одна из немногих дорог, да, которые идеальны. Это правда. И слава богу, потому к нам путь в Киев открыт. Просто, естественно, мы делаем столицу Украины, наше такое шоу. Вот, а дальше уже будем, я думаю, что показывать его в других городах. А какие ваши кредо, скажите, пожалуйста? Лучше ярче блеснуть и быстрее сгореть, чем томительно жить и медленно тлеть. На дуже філософському і красивому кредо Тамерлана і Альони Маргалєєва їхні 70 Steps. Музыку почуть, ты зрозумів без слів.